Итак, кто же такой Иисус? Ответ. Высокая гора или пик, она уходит в небо. Облака, но гора выше облаков. Вижу сам пик. Вопрос. Был ли Иисус Христос Сыном Божьим? Ответ. Мужчина с черной бородой копает землю. Вообще Иисус родился от обычных родителей, а не от Бога. У него родители были просто обычные рабочие. Он, в общем-то, родился обычно в хлеву рядом с животными, в общем-то, как бы в пещере. Там были животные рядом, и вот ясли с Иисусом. Что такое гора и пик? Это то, что человек был очень велик, сам человек. Иисус, он не Сын Божий, он просто очень сильный экстрасенс. Ну, с того времени такого, в общем-то, экстрасенса и такого ясновидящего, в общем-то, не существовало. У нас, конечно же, есть очень сильные ясновидящие, это как бы и Ванга, и Мессинг, и Кейси, но как бы вот самих экстрасенсов настолько сильных у нас как бы нет. И стать таким экстрасенсом – это великое благо. Стать таким целителем – это великое благо. Великое благо Абсолюта и высших сил.